Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть Fallout 4. И в прошлой серии мы немножечко сбились с пути, на самом деле. Нам нужно пройти вот по этой красной линии, по пути свободы. Вот тут первый знак. Между сериями я вернулся тут, покрутился и понял, что мы по сути-то очень просто заблудились на ровном месте. А тут реально, ну, ровное место, потому что вот красная дорога, она вот она. Ну, красная линия идет. О, братство стали тут летает. То есть, по сути, нам надо было просто сюда подойти. Вот она. Еще отметка. Идем вот сюда теперь. Давайте, кстати, оружие возьмем, мало ли. Прокачанную вот эту вот карабиноподобную винтовку. Так, а здесь куда след идет? Да ладно, ничего там десантируются. Что братству здесь надо? Хотя я в их рядах, мне-то что? Так, дикий гуль. Полетел вертолетик. Так, у меня забит ли вот этот вот автомат хоть на чем-то? Не, нифига. Давайте его на двоечку забиндим. Тут эжму на два он не выскакивает. Кладбище. А, вот он. Еще одна отметка. Хорошо. Двигаем дальше по пути свободы. И где этот путь у нас пролегает? Где-то здесь. Скорее всего, где-то там. Не очень понятно. Ладно. А нет, вот он. Все, нашли. Идет сюда. Сюда. Тут у нас какое-то поселенница. Но нам дальше. Так, и либо в ту сторону, либо все-таки. Одичавшая дворняжка. Давайте-ка посмотрим, может быть, с этой стороны. Да, с этой стороны продолжение дороги. Что у нас там вдали? Турель с пулеметом. Можно присесть. Тогда должен быть скрытный, да, двойной урон. Минус. Да чтоб тебя. Так, чувак, стоять. Меткость не супер у этой пушки. О, это легендарный. Давайте легендарному накидаем. Так, мутировал. Ну, отлично. То я уж не думал, не гадал, когда что мутируешь. Ничего интересного для меня. Okay.
Так, он там Ника положил. Ног. В голову. Попади. Чё ж ты такой? О, кстати, чё мне так мало здоровья? Фу, потому что он меня не слабо приложил. Так, патрон, стимулятор. Еще где-то кто-то бегает. Ты легендарный. Так, двухзарядный укрепленный боевой снайперский карабин. Дополнительный снаряд выпускает. И урон 136. Хм. Это, кстати, хорошо. В принципе, мне нравится. Так. Сто тридцать шесть. И мы еще его модифицируем. Это будет получше, чем вот наша Белла винтовка. 101. Тут 136. Это мы еще никак не модифицировали. Возможно, модифицируем будет и того лучше. Ну ладно. Путь до свободы идет немножко в другую сторону. И, кстати, у меня радиация дофигища. Нахапали. Антирадин скушаем. И отбивных. А то я все забываю антирадин этот съесть. Так. Тут, возможно, враг трется какой-нибудь. Еще, кстати, знаете, что нужно сделать? Нужно гранаты. Криогенная. Допустим. Что, и все, что ли? У меня вообще проблемы с алюминием. Так вот, алюминий. У нас даже поэтому броня силовая не особо подчинена, потому что не хватает алюминия. Так, куда ты побежал? Оп. Понятно. Там лучше не стоять. Черт. А, это подрывник, ё-ма. Долбанный камикадзе. Руку снес мне. Жесть. Гаденыш. Так, состояние. Еще стимулятор. Я-то думаю, блин, что там пикает. Долбанный камикадзе. Ну ок. Идем разбираться. Так, нафиг мне дрым. Так, все, убежал. Блин, руку жалко, силовой брони оторвали. Так, куда он побежал? То вроде тут крутится, и этот тут. Мимо, походу, пьеса. Иди сюда, засранец, а. Ну-ка, а вот с этой вот. Подпалили вроде.
Только толку. Дрын я хочу выкинуть, нафиг ты мне нужен. Дешевый, бесполезный. Нет. Отсюда Ватсона водиться, это тоже то еще развлечение. Ты сдохнешь, нет, сегодня? Опа, привет. Пока. Достаю же. Достаю. Фу. Те еще года. Так, рыжка. И у нас дорога прям сюда и ведет. К этим всем проблемам. Так, сюда куда-то, в эти стороны. А эти гаденыши где-то здесь были. Так, что я к ним подняться же могу? Что у тебя тут есть? Ядерная батарея. Так, лазерный снайперский карабин. Пусковая установка была, но походу патронов было не так и много. Так, тут что у нас? Всякое такое. Ну хорошо, погнали дальше по пути свободы. Путь у нас ведет сюда куда-то. Средний. Давайте откроем. Потому что средние для нас не должны представлять особых проблем замки. Но почему-то всегда представляют. Зараза. Надо поаккуратнее это все делать. И все получится. Привет. Кого я стрелял? Здравствуй. Получи в ногу. О, она рейдер-выживальщик. В чем ты там была одета? Боевая броня для левой ноги. Ну-ка, посмотрим. А, не, о чем. Я уж подумал, вдруг реально какая-то крутая броня. Где лесом? Так, это идет сюда дорога, и сюда куда-то надо. Ага, сюда. Местность тут не самая такая прям. Успокаивающая, назовем ее. Какие-то разрушенные здания. Явно давно не убирались. Так, куда у нас там этот след тянется? Куда-то в эти степи. Воу! Зачем я на станцию метро зашел? Ну, посмотрим. Может быть, не зря. Что у нас здесь? Тут просто станция метро. Причем без самого метро. Нафиг завалено. Дадим подсветку, может, чего полезного найдем. Так.
Завтрак готов, это не очень полезно. Довоенные деньги, винт. О, глюконафт. Это нужно. Мне бы алюминия на самом деле. То, что вы мне тут подсовываете, я бы вам сам забагрил. Так, ланчбокс. Пантонима. Мишка с сигарой в шапке. Что вы тут делали, а? Все в деньгах. Смотрели, как кого-то пытают. По делам вам. Ядер-кола. Нюка-кола. Ладно, сваливаем. Ничего полезного мы тут не нашли. Имеет смысл двигаться дальше. Так, что здесь у нас? Здесь у нас дальше идет след. И он ведет в эту степь. Так, на, где мы на местности? Давайте сориентируемся. Да, это уже Ридвен. Дирижабль. Братство Стали. Так, супермутант. Так, стись. Очередной пес. Зараза. Мне еще ногу подраздолбать успели. Ноги лучше бы мне не трогали, а то я вес не смогу волочь. Что на ногах же апгрейд стоит. Чтобы я мог больше веса переносить. Поэтому да, ноги имеет смысл беречь. Надеюсь, эта дорога когда-нибудь уже закончится. И нас куда-нибудь да приведет она. Так, статуя, окей. Что, тупик? Ну окей. Пойдемте в церковь. Что там нам в ней расскажут, покажут. Так, найди подземку. Почти что выполнено. Дикий гуль. Ты что, увернулся, что ли? Что он делал? Странное поведение. Так, это мы все тоже забираем. Всякие такие предметы, само собой, забираем. Да, в этом месте уже мало чего священного осталось. О, я еще смотрю, он прилег как-то подозрительно. Так, опасность где-то. Ядер-кола. Где опасность-то? Чего здесь такого опасного? Что нам вообще по заданию пишут? Найти подземку. Путь свободы привел меня к старой северной церкви. Буквы и числа, которые попались мне на пути, вероятно, помогут отыскать подземку. Интересно, как же.
Так, Ник где-то носится. С кем он там дерется? Нашелся развлечение. Ник, ты все? Повеселился и будет. А, нет, вот. Весельчак прибежал, дикий гуль-бродяга. Так, тут подъем. Здесь вот подъем совсем другое. Ну, двигаемся сюда. На шпиль. Хм. Вряд ли подземка на шпиле находится. Хотя, кто его знает. Возможно, оттуда какой-то путь дальше поведет. Дадим подсветочки. Тайник с крышками. Здесь окошко. Ага. Воу, воу, воу. Ты еб. Так, куда я свалился? Вход с этой стороны. Жесть. Ну нефиг шарохаться по крышам-то. Так, ладно, как нам цифры в чем-то там помогут? Нафиг мне этот журнал? Давайте здесь все обыскивать на предмет прохода. Как-то свеча нарисована. Тут вроде бы ничего такого эдакого. Телефон, котелок. А я вообще не вижу, чем эти цифры нам могут помочь. Вот совсем. Так, ладно. Возможно, во всем этом и есть какой-то смысл. И мы его сейчас отыщем. Пока что я его, правда, не вижу. Ага, есть еще вход сюда. И походу нам нужно сюда. И никакого смысла особо искать не стоит. Просто под землю. Окей. Чё они дорогу не почистят от гулей? Вопрос. Либо их вкатывает присутствие гулей. Ладненько. Теперь-то мы точно в подземке. Так, чё ты мне подсказываешь?
Кнопка. Кто меня не видит? Так, тут еще где-то кнопки есть, что ли? Я что, просмотрел? Вот плита. Но кнопок я не вижу. Не вижу. Ага, кольцо. It spins. Его крутить можно. И... Что мне это дало? So it starts with R? R? А, это... No. I have to start over. То есть букву надо набирать. Here we go again. Так, это уже весельше. Хм. А какие я там набирал-то вообще? Надо бы еще вспомнить. R. Так что ли? Так, я посмотрел, какие мы там буквы увидели. И, в общем, слово получается Railroad. Давайте. R. А тут даже вот как можно. Вот, есть у нас. A. Rail. И Road. R. Ро. А. И Д. Вот так вот. Так. Блин, надо как-то сбросить. Походу считает, что мы продолжаем набирать. Блин. А как сбросить? Чувак, я хочу сбросить. Потому что я знаю, что нужно... Рейл. Вот, по-моему, звук пошел соответствующий.
Ро. И Д. Вот. Отлично. Так, давайте. Зажжем. You went through a lot of effort to arrange this meeting. But before we go any further, answer my questions. Who the hell are you? А вы кто? Why don't you tell me who you are first? You wanted to see us. Да не про канала. So that means you're playing by our rules. So, answer my question. Я вам не враг. Freedom Trail looking for the railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing to fear. Who told you how to contact us? Давайте защитим. We'll find out one way or another. Last question. Why are you here? Так. Ну давайте без утайки. Genetics. Now I need help breaking the code on his Courser chip. You have what? This is not a joking matter. I didn't know we were having a party. What gives with my invitation? Oh, I see you invited the Courser killer. Nice. Deacon, you're late. You're saying this intruder actually killed a Courser? Single-handedly? Oh. That'd give even Gloria a run for her money. Newsflash, boss. This guy is kind of a big deal. If you're done interrogating him, you might want to show this Courser murdering machine a little courtesy, hmm? Just a thought. I owe you an apology. Anyone who kills a Courser is good in my book. I'm Desdemona, and I'm the leader. Desdemona? Huh. Ну хорошо. What you're asking for puts us in a tricky position. Des, we need to let him in. He's got an intact Courser chip, for God's sake. That violates our security protocols. To hell with that. He killed a Courser. There's no way he's working for the Institute. We're letting you into our headquarters. You're the first outsider ever to be given this privilege. We'll discuss the details about your chip inside. Uh-huh. Ну окей. Так, стоять, стоять. А, сейчас ты занята чем-то. Пойдем. Пообщаемся. Чем же ты занята? Стоишь, тупишь. А, наконец-то мы добрались до штаба подземки. Что, конечно же, здорово. Decoding a Courser chip is a very delicate operation. A million things can go wrong. The least of which is losing the data. Fortunately, we have the right man for the job. Так, ребята, я вас чем-нибудь поживиться-то смогу? You need something? Tom, our visitor here has a Courser chip. Whoa! For real? Oh man, it's been ages! Right. Some ground rules. Tom can get you the code, but once he's done, we get the Courser chip. Да пофиг. Fine. It's yours. All right. Tom, make it happen. All right, little Courser chip. Let's have the circuit analyzer. Don't try anything, stranger. Так, ну а ты мне что расскажешь? Give Tom time. He'll get that chip decoded. We're in. Chip accessed. Just poke the analog connector a little. What? Oh man, don't crash. Hold it together. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. All right. We're still running. Oh man, they've added more decimals to the last cipher. This is gonna be... Come on, baby. Show me that pattern. Where is it? Wait. They're using the same logarithmic function as the key generator. Oh, man, we got lucky. I got you, you Institute bastard. I got you. It's all for you. Come on. Show me that sweet beast. Come on, baby. There we go.
Жесткий техник, что сказать-то. Start working on the rest of the chip. And you, I'd love to work with you more. Let me know if you're interested. But to be crystal clear, if you use that data and discover anything involving the Institute, you share it with us first. Otherwise, our relationship will be in jeopardy. Так и чё? Hey there. If we're going to be dealing more with each other, I need to make sure that we're on the same page. You know what a synth is, right? Yeah, I know all about them. Good. The Institute treats synths as property, as tools. Так, ну, продолжай. So we seek to free the synths from their bondage. Give them a chance at a real life. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man, even if that man is a synth? Возможно. There's no middle ground with this. Would you risk death to save a synth or not? Синта? Could you elaborate? Answer with your gut on this, your heart. If you had to put your self to save a synth, would you do it? Да, окей, рискну. I don't see this as any different. Well said. Someone with your skills, your beliefs. Normally we'd try and recruit you, but right now we don't have the time to train up a new agent. There are, however, other valuable ways you can contribute, and in turn we can help you. See Deacon for details. You're free to go. Ну хорошо. Путь к свободе мы выполнили. Давайте пока что на этом остановимся, надо починить руку явно. И продолжим наше путешествие уже в следующей серии. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось, и увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.